команды должны уже перепеть своего соперника напротив. Внимание, правила. Мы включаем очень известные композиции, которые вы прекрасно знаете. Задача перепеть в разных этапах. У нас будет первый этап, это красиво. Потом спеть громче, а затем добавить шоу. Первый момент я предлагаю отрепетировать все эти прекрасные наши корочные дуэли. Сейчас будет одна песня, две команды поют одновременно. Мы просто репетируем. Не нужно стараться там перекричать, перепеть и сделать такое-то шоу. Просто споем одну песню на двоих. Хорошо? Две команды, микрофона нет, у нас есть голоса, мы поем хором. Мы поем хором. Внимание, песня. Пробуем. Репетируем. Мужчины, но вам нужно немножко подтянуть, но в принципе неплохо, как для разминки. Но теперь давайте начинаем раздавать баллы. Как в караоке у нас есть 100 баллов, но первая оценка это 20. Сейчас команда, которая споет красивее своего соперника напротив, та получит у нас 20 баллов. Все максимально просто. Вы готовы? Одна песня, мы определяем вашу красоту. Три, нет, вместе, одновременно. Три, два, один. Поехали. На ножки. Подсказывает мне брат-близнец нашего жениха, что честно будет 8 баллов девушкам. И за то, что мужчины спели, что нет, мужчины хотят и сына, и дочку 12. А вот теперь пусть начнется второй раунд. Здесь вы должны уже перекричать своего соперника на пути. То есть спеть громче. Внимание, 40 баллов. 3, 2, 1, раунд. Но давайте так, я честный судья, поэтому 20-20, было практически, сейчас, секундочку, вы сорвали голос, значит мало выпить, вы сразу пришли без голоса, и он появился, это хорошо, это замечательно, внимание, сейчас у нас будет третий раунд, пожалуйста, уважаемые свидетели, можно пригласить вас, уважаемые свидетели? Есть у нас такие музыкальные коллективы, которые не только поют, но еще и танцуют. Сейчас вы, пожалуйста, лицом к своей команде. И показываете самое элементарное движение. Команда должна повторить один в один со своим хореографом и при этом спеть на припеве. Не обязательно уже громко, главное, чтобы спели эту песню. Поехали! Третий раунд. 3, 2, 1, let's go! Женскую тоску по сильному плечу.
Так, а можно маленький эксперимент? Поменяемся местами. Да. Так. Вот сейчас хореографы показывают сложное движение на припеве. Сложное движение. А команда, чтобы победить, повторяет все эти движения за хореографом и непосредственно поет песню. Итак, 3, 2, 1, стартуем! Тебя вспоминаю, вторая родная, сошла заря. Искачей походкой, шумная пыльная заря. Серьезная, аплодисменты нашим свидетелям, нашим хореографам. Обратно в команду возвращаемся. Итак, 100 баллов на кону. Что сейчас нужно сделать? Вот здесь уже будет шоу. Я не знаю, что это будет. Может, это сумасшедшие танцы, может, это хоровод, может, что-то еще. Но ваша команда должна сейчас выделяться. Это должно быть максимально ярко. Что, раздеваться? Давайте без этого. Давайте вот будем удивлять исключительно своей яркостью, харизмой. Готовы? Внимание, финальный раунд. 3, 2, 1, раунд! Немного теплее за стеклом, но злые морозы. Держу эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах. Я целовать и гладить готов. Шалалала, я и так хочу согреть теплом. О, белые розы, у всех на глазах. Я целовать и гладить готов. После которой мы узнаем, кто же стал победителем свадебного феста.